США и Канада готовятся к снежной буре столетия. На восточное побережье этих стран со стороны Атлантики надвигается мощнейший за всю историю метеонаблюдений снежный шторм. Циклон ожидают сразу в 6 штатах Америки. Жителям пришлось отменить свои планы и отправиться в магазины, чтобы пополнить свой запас продуктов. Ведь они будут вынуждены несколько дней провести дома. У супермаркетов выстроились огромные очереди. Люди покупают питьевую воду, свечи, фонарики, опасаясь перебоев с водой и электричеством. Тем временем непогода уже повлияла на работу автотранспорта. Отменены около 2000 авиарейсов. Также отменен весь общественный транспорт. Разрешено выезжать только каретам скорой помощи. Закрыты все школы и колледжи. Местные коммунальные службы провели в готовность всю снегоуборочную технику. Ожидается, что выпадет до 1 метра снега. Власти призывают жителей не выходить из дома без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом. По самым скромным данным, в зоне непогоды окажутся более 30 миллионов человек. Не стоит недооценивать этот шторм. Он может оказаться самым сильным за всю историю. Мы должны быть готовы к самому худшему.